Я не согласна, когда нас называют слабыми. Конечно, наши папы самые сильные и умелые. Наши мальчики – будущие защитники нашей Родины. Ну и мы с ними наравне. Я каждый день вижу, как моя мама, выполнив домашнюю работу, выходила во двор и выполняла всю работу по хозяйству и на огороде. Мы, девочки, тоже выполняем все домашние поручения. Еще занимаемся спортом и посещаем спортивные секции, занимая разные призовые места. А в школе работают женщины и учителя. Ведь это колоссальный труд в воспитании нас детей. Это не под силу даже самому сильному мужчине. Они без устали и отдыха работают, учат нас и в дождь, и в снег, и в холод, и в жару. Встречают нас у школьника порога. И я убеждена, нет, мы не слабый пол, мы сильные и смелые, мы будущее нашей страны. Наши мамы и наши учителя вкладывают в нас всю душу, чтобы воспитать нас достойными гражданами нашей страны.